Друзья, всем привет, с вами Яков, и у меня сегодня для вас такое небольшое короткое сообщение. Но я решил каким-то образом порадовать своих зрителей, устроить небольшую встряску, сделать так, чтобы игровой процесс в Diablo 2 не был просто обыденным фармом мобов. Я решил провести такой интерактивный розыгрыш, и в розыгрыше может принимать участие абсолютно любой и каждый. Что требуется от вас, это наличие Дискорда. Эта программа бесплатная, ее может установить любой и каждый. Ну а что касается ссылки на мой Discord канал, то вы ее сможете найти или же в описании под роликом, или же я ссылку на канал помещу в закрепленный комментарий. Как будет происходить розыгрыш торчей? Это будет, во-первых, интерактивный розыгрыш. Лично мне эти розыгрыши очень нравятся. Розыгрыш будет следующий. Это найти какие-то отличия на одной картинке, угадать, допустим, какое-то слово, имя, название чего-то по лору Диабло. В общем, то, где надо будет немножко пошевелить мозгами, включить смекалку, а не банальный конкурс репостов. Нет, такого не будет. Как участвовать в конкурсе? Просто заходите на стрим. О старте стрима я однозначно заранее оповещу, как на Discord-канале, как у себя на канале, на YouTube-канале, где вы смотрите данное видео. А там уже будут оглашены все условия. Где надо что найти, где надо что угадать. Теперь давайте поясню один момент, что касается этого розыгрыша. Сами понимаете, 4 торча — это 4 комплекта ключей. Они так просто не выбиваются. Поэтому здесь и я в складчину работаю, а также вы, игроки. Я предложил такую идею сообществу, и многие уже откликнулись. И как вы можете видеть, вот эти вот все ключи, которые сейчас имеются у меня в этих двух вкладках, это те ключи, которые дали игроки. Ну и один из них мой. То есть, если у вас есть возможность, можете скинуть один любой ключ, можете несколько ключей, если вы эти забеги не фармите. Ну а когда соберутся комплекты, я этих уберу, зафармлю, заберу торчи и, безусловно, розыгрыш проведем. Повторяю, будут разыгрываться неопознанные торчи. То есть, я не буду выбирать, вот это я буду разыгрывать, а вот это я не буду разыгрывать. Сорки торчи заберу себе, а вам отдам ассасинов. Нет, торчи будут неопознанные. Там может быть как сорка 20-20, так и ассасинка 10-10. Кому как повезет. Так что, если интересно, принимайте участие. Как я сказал, заранее о конкурсе я предупрежу. Если есть желание поддержать, ну в смысле подкинуть, или ключик, или несколько ключей, то пишите мне в личку. Потому что мне это в принципе не проблема. Я с удовольствием проведу такой еще один, второй, третий, энный розыгрыш. Если это хоть как-то кому-то нет-нет да поможет. В общем, такой вот посыл. Что вы думаете о этом розыгрыше? Поддерживайте, не поддерживайте, любые ваши мнения приветствуются. Но я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте. Желаю вам удачи в фарме контента, ну а я пошел готовить условия розыгрыша. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.